2007 году я купил квартиру застройщика «Жилфонд» Тихонова Александра Ивановича. Когда я в 2007 году в апреле месяце ее оплачивал, мне обещали, что в 2010 году я заселюсь в эту квартиру. В 2010-2011 произошло банкротство дома, жилфонда произошло банкротство. В 2014 году с нас вытребовали мировое. Я против мирового был. Я хотел мировое, чтобы было создано не на условиях застройщика, а было мировое на условиях меня, дольщика. Я как бы там не бодался, я входил в инициативную группу, мы ходили, пытались отвоевать. Министерство шло нам тогда, Минстрой нам шел навстречу. Как бы, но все равно мировой они протолкнули на своих условиях, в котором было прописано, что у мирового нет срока давности, то есть оно действует практически мировое до исполнения всех своих обязанностей, то, что прописано в мировом. Вот. А в случае каких-то там, если бы я ушел бы в деньги, отказаясь от своей квартиры, попросив деньги, то я не имею никаких претензий к застройщику своему, то есть вот такое мировое было. Вот. Ничего не изменилось, вообще ничего не изменилось. А есть разговор, я не подтвержден, но как в 2014 году, там последний блок секса L не оформлен под застройку, так она и сейчас до сих пор не оформлена под застройку, к сожалению. Реагирует власть, я вот сюда заселюсь и буду голодовать, потому что у меня нет денег ни на жилье, ни на питание. А теперь нас хотят еще прям затащить еще в ЖСК. Хотят, чтобы я стал дойной коровой. Хотят председателя поставить в этом кооперативе, который даже не дольщик нашего дома. Он по доверенности. Я не верю этому председателю. Почитав делать? Вот этот устав, который они там сохранили, ну, составили, я в этом уставе вообще, я не имущий. Никто. Я вообще ничего не имею права. Зато у этого председателя, всего рабочей группы, там такие. Я хочу просто попасть в программу обманутых дольщиков. Я хочу попытаться, потому что без правительственной программы, без вот этих вот моментов, мы не построим. Очень дешево эти квартиры, сами должны были понимать, к чему это все приведет. Я квартиру в 2007 году здесь купил за нормальные деньги. Я мог за эти деньги в любом районе купить. Я из района здесь купил. И не дешево. Да, то же самое.